Так, продолжаем наше прохождение. Блин, я в прошлый раз сдох. Да, блин, они стоят на страже. Но можно прошмыгнуть. И как теперь быть? Бля, их тут пиздец много. Че, попробуем, да, уничтожить? И где мы будем прятаться? Допустим, пришли, а? Туда, что ли? Куда мы будем спрятаться, а? Сейчас попробуй еще раз. Здесь все закончится. Всех уничтожил, да? В прошлый раз это было невозможно. Я сделал невозможное. Прошел непроходимое. Обычно я тут сразу подохал. Так, все, да? Все худо. Кажется, все худо. Не плохо. Все, кто следующий? Стоишь что-нибудь? Так, там еще большая птица вроде была. Огромная птица.
Да, блин. Так, тут была огромная куча. Теперь я знаю, что они подстерегут. Вон они. Теперь попробуем уничтожить эту. Чуть не сдох. Не падай, не падай, блин. Не видно. Сейчас следующий. Все. Всех уничтожил. Так, тут еще кто-то будет. Упал, да? Вон лежит. А что просто. Где большая птица? Огромная птица, блядь.
А, он, наверное, там наверху. Дальше куда? Куда дальше? А, вот. Там должна быть огромная птица. Попробуем ее уничтожить. Ебать, 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 ебать. О, где, блядь, это хуйня? А, блядь, еще не попал. Да, мы сможем. Давай.
Ну, ну. Уничтожил. Это был непроходимый босс. Я уничтожил непроходимого босса. Пиздец. Всех зарезал. Всех на колбасу порезал. Так, что-то у нас есть. Так, модификация, да? Урон от копья. Так, урон копья. Не надо. Не надо. Защита так не надо. Не надо. Так, вот туда нам и надо, да? Так это и есть жертва Геи? Она раздавила гору, как яйцо. Да, да. Поспеши. Я подготовил для тебя маршрут. Так ты здесь уже проходил? Ну да. Увидишь. Значит, о маршруте ты позаботился, а с армией машин не стал возиться? С каких пор тебя пугают машины? Если бы ты могла летать, я бы и на маршрут не стал время тратить. Так, осторожно. Не смотреть вниз. Не смотреть вниз. Так, вот лестница. Вот таким я себе и представляла твое убежище. Спасибо. Долгие годы я пытался вскрыть этот люк. Сверлил его и жег, и взрывал. Но ты сможешь пройти тут легко и просто. Ты так говоришь, будто я виновата. Вовсе нет. Мне даже не пришло в голову, что нужна не грубая сила, а просто ключ. И ключ — это человек. Я оказался недостаточно сообразителен. Давно ты здесь? Ты много времени тут провел. 19 лет назад. Эту гору сотряс мощный взрыв. Смерть Геи. Твое рождение. Эхо взрыва было слышно даже в жиле. Небо затянуло пеплом. Меридиан трепетал при виде этого знамени. Кратер горел долго, но когда остыл... И я заглянул в него одним из первых. Со временем на его защиту стянулись машины. Удачно. Больше никто не совал сюда нос. Кроме меня. Гея сказала, что ее можно восстановить. Но урон так велик. Разве починишь? Она сказала, сначала нужно уничтожить Аида, а уже после думать о ремонте. Я согласен. Починим систему терраформирования сейчас, ее может использовать Аид. Из-за жертвы Геи ему пришлось искать орудия, которые не столь.
удобны. Но думаешь, вообще возможно вернуть Гею? Ты знаешь, на что способны котлы. Им теперь доступны любые технологии для создания машин. По той же логике, они наверняка смогут воссоздать и технологии для ремонта Геи. Но это займет годы, а наше время, к сожалению, почти на исходе. Я думала, что ты тоже здесь будешь. Ну что, придешь? Зачем? Мое присутствие не требуется. Дверь ты и без меня сможешь открыть. Это ты рождена для этого, не я. Мне пора идти внутрь. Да. Когда найдешь главный блокиратор, получишь оружие для победы над Аидом. Все от тебя зависит. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Сад. Можете проходить. Подожди, как-то что-то было, да? Так, ладно, пошли. Охренеть, не стать. О. Регистрация. Марго Шен. Добро пожаловать в замерзший ад. Население 10 человек. 11, считая Гею. Цыплят эмбрионов по осени считают, дорогуша. Она пока не заработала. Так что прямо сейчас на омлет не рассчитывай. Я веган, Трэвис. Мы с тобой столько вместе работаем. Будь осторожна. Можешь запомнить. По расписанию у нас было еще 3 недели до переезда. Мне пришлось бросить там 350 килограммов порнокомиксов. Подожди, на физических носителях? Почему ты их не оцифровал? Потому что физический носитель приятнее в руках держать. Больше-то нам тут особо нечего потрогать. Думал, буду по вечерам их архивировать. А ты? Я? Работать буду. У меня график задач уже года на 3 расписан. Есть много углов, которые надо сгладить. А что потом? Я как-то и не думала. Еще успеешь. Тебе сколько? 30? Нас всех переживешь и одна тут будешь куковать. Пища для размышлений, веган. Вот отстой. Ничего, потерпишь. Жизнь быстро пролетит. Так, куда? Вниз? Видимо, вниз. Так, тут ничего не видит. Видимо, мне туда. Не думай, Элой, действуй. Это хорошо сказано. Вот и все. Охренеть. Не сюда. Может, выше по шахте? А, выше? Здрасте. Так. Тут развалины. Видимо, здесь они жили. Уцелело немного. Жесть. Когда-то вокруг был камень и железо. Запись. Я только проснулась. Сейчас. Цифры вижу, но не могу разобрать время. Мне снилось,
что я веду лекцию. Или скорее это был какой-то шаманский ритуал, не знаю. Неразличимые лица под пустым небом. Я сказала, что мир умер с громом, нашествие роботов. Но последние люди, мы исчезли, даже не со всхлипом, а с шепотом. Знаете, в пещерах закончили, как начинали, сбившись в кучку огня. Главы государств, счастливые пятерки, лидеры, выигравшие в лотерею, сектанты. Все как один попрятались по убежищам. Кто-то верит, что как-то сумеет все это пережить. А Элизий, а мы, жители Геи Прайм, то же самое. Множество крошечных сообществ вспыхивают и умирают. Какие-то из них будут прекрасны, какие-то ужасны. Но все они обречены. Миниатюрные цивилизации. Последний вздох. А потом придется надолго задержать дыхание. Еще не проснувшись, я знаю, что меня никто не слушает. Что я говорю сама с собой. С молчаливой планетой, с бесплодным шаром. Осталась лишь Гея и ее долгий-долгий сон. Надеюсь, ей не будет одиноко. Мы эвакуировались в такой спешке. Не было времени подумать. Попрощаться. В медицинском отсеке стояли очереди. Я обещал Тому Пейку, что провожу его на укол. Но я бы мог быстренько успеть обработать еще партию зигот райских птиц. Я до сих пор злюсь, что он заставил меня выбирать. И злюсь на себя. Ну, он умер в одиночестве. И этих клеток райских птиц я в итоге тоже не спас. Теперь времени на размышления у меня предостаточно. Замки Геи Прайм захлопнулись. Элизий за Германией. Это комната Элизабет. Я уверена. Она даже не успела распаковать вещи. Ее дневники. Дневники Элизабет. Все уничтожены? Сканируй. Визор может воссоздать их, но это долгий процесс. Пусть визор кажется всесильным устройством, но его мощь ограничена. Сколько это займет? Дни, недели, годы. Сумеешь остановить Аиды и сберечь наше будущее, и, может, успеешь их послушать. Элизабет? Что это? Вот черт. Это Чарльз Ронсон. Прошло 6 часов с момента окончательного монтажа Геи Прайм. Сегодня затвор входного люка дал сбой. Зазор между створками люка должен составлять менее 2 миллиметров. А тут зазор был 10 миллиметров. Достаточно, чтобы проявилась тепловая сигнатура. Достаточно, чтобы Рой засек наш комплекс. Достаточно, чтобы Гею обнаружили и уничтожили. Достаточно, чтобы убить будущее, над которым мы столько трудились. Если только кто-то вручную не перезапустит сервоприводы. Снаружи. Я сейчас включу запись инцидента. Но я туда не пойду. Я на такой не подписывался. Либо мы кого-то туда пошлем, либо все это было зря. Решать должна Лиз. Ну так долго нам ее ждать? Сказала 5 минут. Она же не... О, нет. Так, слушайте. Я починила затвор. Гея. Зазор 1,4 миллиметра. Подтверждаю. Элизабет, нет. Мы придумаем, как тебя впустить. И не надейтесь, Рой слишком близко. Ладно, не думайте. Гея готова. Теперь она обо всем позаботится, как задумано. Лиз, не надо! Мы столько всего еще... Ребят, вы меня знаете.
Не умею я прощаться и отпускать, так что не будем. Тогда в добрый путь, Лис. И увидимся. Да. Вы берегите друг друга. Лис. Я не жалею. Я хочу домой. Прощайте. Последнее сообщение, полученное от Элизабет Соник. Она отдала все, чтобы спасти жизнь на этой планете. Спасла человечество. И мы все теперь перед ней в долгу. Элой. Погибла. Она погибла. Ты знала, что она не могла выжить. А ее достижения... Они исключительны. Пока ее люди спорили, она взяла на себя ответственность. Она одна. Она была лучше них. Я не это сказала. Да лучше. Не бойся это признать. Можешь хоть раз отвлечься от холодных расчетов и открыть сердце. Она отдала жизнь ради друзей, ради будущего, ради Земли. От тебя это ускользает? Смысл ее жертвы? Ты видишь в ее решении нечто волшебное. А это был рациональный выбор, свободный от сентиментальности. Нет. Она знала, что Гея должна не только думать. И научила ее чувствовать. Заботиться, идти на жертвы, верить в жизнь, бороться с безысходностью. Если бы не эти сантименты, жизнь бы погибла, ни тебя, ни меня бы не было. Твой довод разумен. Сочувствую тебе. Она сказала, что хочет домой. Может... Что? Ничего, нам пора. Так, погнали. Так. Слушай, Лис, ты была хорошей девкой, по-честному. Мне жаль, что ты погибла. Я надеюсь, ты все же успела добраться до дома. Но этот памятник, который тебе воздвиг Ронсон, жутковато это как-то. Покойся с миром, Лис. Господь свидетель, ты заслужила покой. Привет, Лис. Я знаю. Знаю, ты этого уже никогда не услышишь. Да и не важно. Тебе на этот раз досталась роль и спасителя, и мученика. Поздравляю. Только не злись, Лис. Но я написал надгробную речь. Я попытался выразить... Твои дети, после того, как Аполлон их обучит, будут думать, что знают все. Но они должны понять, что ты для них сделала. Как сильно ты любила наш мир. Любила настолько, что это удивляло.
а в итоге он тебя убил. Здравствуй, Марго. Как твои дела? Доктор Ронсон, я получила много всяких неожиданных сообщений от Теда. Марго, прости. После гибели Лиз совсем некому стало его приструнить. Я поговорю с Тедом. Ему в основном нужны отчеты. Сотни отчетов о вещах, в которых он вообще ничего не смыслит. Раньше Лиз все это пресекала. Он совсем не понимает устройство систем. Так, в общем, и задумано. Но теперь он начал грубить. Просто главное не злить его. Лиз всегда говорила, не злите его. Смеетесь? Помните, как она с ним говорила? Она его ставила на место, Марго. Может, мне просто его игнорировать? Все равно он заперт в своей пирамиде в компании голографических девиц. Что он нам сделает? Что мы запихнем в голову, Лиз? Исторические факты. Так называемую правду. Информационный шум. Это не питательная смесь, Лиз. Это отрава. Что дальше? На той стороне кратера есть еще одна секция. Вроде она уцелела при взрыве. Потому что она бронирована. Ты нашла пункт управления. Иду туда. Мне не нравится, к чему все это идет. Продолжай. Так, куда дальше? А, вот. Так, вот. Когда я открыла люк, воздух потянуло внутрь. Потому что в этой комнате не было воздуха. Но здесь же были альфы. Так, смотрим. Могу задействовать управление. Доступ альфа заблокирован. Что еще за доступ омега? О, нет. Персонал альфа. Не хочу вас пугать, но вы слушайте, что я вам скажу. Это нелегко. В общем, я... Но... Так, не лезьте сейчас в систему, ладно? Я хотел сказать вам о том... Сказал же, прекратите лезть в систему. В общем, короче, я... Не могу перестать думать о тех, кто родится после нас. Невинные, безгрешные люди, наши потомки. Зачем им знания?
Это что, дар? Тед, Тед, мы уже это обсуждали. В Аполлона встроено больше 3000 условий отказа. Это не дар, это болезнь. Они лекарства, а мы хотим наслать на них наш недуг. Нет, нельзя. Еще не поздно. Если мы готовы пойти на жертвы. В этом нет необходимости. Все уже сделано. 3 минуты назад. Я стер Аполлон целиком и полностью, его нет. На жертвы? Это не жертва, это культурный геноцид, чокнутый ты ублюдок. Тысячелетия истории. Не жаль. Честное слово. Но чтобы защитить невинных, невинные должны умереть. Аварийная ситуация. Выпуск на связи. Спасибо. Он их всех убил. Теперь ясно почему. Значит, вот кто вверг нас во мрак невежества. Ради невинного будущего. Безгрешные люди. Поглядел бы он на кольцо солнца. Все знания предтечь. Все, чего эти люди достигли, уничтожено. Обратилось в пыль. Ушло в пустоту. Ушло, как и сами альфы. Нет. Не в пустоту. Когда люк открылся, и их прах разметало по ветру, они стали частью этого мира. Мир, в котором мы живем, это памятник тому, ради чего они отдали свои жизни. Да, памятник забвению. Не забвению, Сайленс. Надежде. Так. Блокиратор. Главный блокиратор. Такой маленький. Осталось убить с его помощью Аида. Так, что пошли? Смотри, не свались. Блокиратор не блокирует силу притяжения. Так, дальше куда? Блин, забылся. Ты здесь? Уже ухожу. Что? Здесь наши пути расходятся, Элой. Но сначала я расскажу тебе оставшуюся часть истории. Давай. Я уже как-то раз упоминал, что помогал затмению.
но не уточнил, насколько все серьезно. Правда в том, что я был у истоков. Это я обнаружил Аида. На этой горе, внутри разбитого Титана. И я служил ему. Что? Он обещал знания. И дал их. Такие знания ты не представляешь. А взамен? Создал затмение. Культ Аида. Его личную армию. Зачем ты сейчас это рассказал? Ты должна это знать, чтобы справиться. Когда я нашел Аида, первое, о чем он спросил, был Шпи. Не Меридиан. Шпи. Почему так, Элой? Шпиль создала Гея. Какая часть Геи? Минерва. Это модуль взлома кодов. Гея построила шпили для передачи кодов, которые отключили машины Фаро. Остановили процесс переработки биомассы. Аид хочет передать другой код. Пробудить машины, чтобы они снова пожрали весь мир. Да. Исходя из всех данных, я пришел к тому же выводу. Значит, роботы, которых они воскресили, это просто инструменты. Армия для захвата шпиля. Да. Чтобы Аид мог снова уничтожить все живое. Если ты не помешаешь. Аида. Рассказывай мне все. Про Аида, затмение. Про все. Это долгая история, Элой. Ну так не тяни. Я нашел визор. В древних развалинах, как и ты, много лет назад. Вот только мой был сильно поврежден. Можно сказать, почти не работал. Я долго изучал его, пытался чинить. И, наконец, получилось. Мир предстал передо мной в таких деталях, просто необычайных. Тогда-то я и засек его. Слабый сигнал. Кто-то где-то вел поиски, так же, как и я. Два одиночества. Я нашел источник сигнала. Разбитый Титан в самой гуще джунглей алмаза. Так ты думал, это Титан? Древняя машина? Я не знал, что думать. Я уже видел похожие машины. Глади Смерти, например. Но это была другая. Она не была мертва. Она тогда не могла говорить. Я починил и вернул ей голос. Так начался обмен знаниями. Машина интересовалась всем в нашем мире, племенами, другими машинами. Но первое, о чем она сразу спросила, это шпиль. Что Аид хотел знать о шпиле? Как к нему попасть? Что вокруг него? На чьей он земле? Взамен... Он открыл мне новые знания о древних технологиях. Он велел мне починить другие визоры. Вскоре у меня их уже была пара десятков. Хватит на небольшое войско. Ну да, на командиров. Мне было плевать. Я узнавал так много. Физику, алгебру. Ты не представляешь. А Карха Тьмы? Они тут каким богом? Раскол внутри племени был мне на руку. Такая возможность. На руку? Вот так значит? Да. Половина племени оказалась в изгнании, мечтая, как вернуть себе Меридиан. Они религиозны, легкая мишень. Я просто представил им Аида как погребенную тень из их мифов. Так что да, это было мне на руку. Я устроил встречу Аида с верховным жрецом Бахаосом, Гелис тоже там был. Так родилось затмение. Что угодно ради святого Меридиана. Аиду наплевать на Меридиан. И тебе тоже. Мы живем в мире мертвых городов и погибших племен. Но одним больше. Я был занят.
Аид поручил мне соединить все визоры затмения в единую сеть. Интереснейшая задача. Особенно с учетом модификаций, которые я внес самостоятельно. Ну да, чтобы за ними следить. Да. У меня хватило глупости помогать Аиду. Но я не был так глуп, чтобы доверять ему. Я встроил в сеть то, что звалось бэкдором у предтеч. Тайный доступ, благодаря которому я мог просматривать все каналы связи. Что же заставило тебя уйти? Уж явно не муки совести. Я забеспокоился, когда увидел, что они воскрешают древние боевые машины, используя мой метод. Спросил Аида, зачем ему это? И было поздно. Увы, я уже был отработанный материал. После того, как я завершил работу над сетью визоров, он призвал меня к себе и немедленно отдал по сети приказ меня убить. Вот с тех пор я в бегах. А со мной как началось? Наш общий путь. Когда тебя нашел Олен, обнаружена угроза системе, такое не пропустишь. Приказ убить дикарку из племени Нора. Не мелковато ли цель? А потом я увидел на этой дикарке визор, и что она поразительно похожа на великого ученого древности. Гелис не медлил. Я решил, ты погибла. И вдруг сигнал твоего визора изнутри горы Нора. Чем больше я наблюдал за тобой, тем больше росла уверенность в твоей необычности и полезности. Ты могла помочь мне, наконец, раскрыть тайны мира. Я решил сделать все, чтобы помочь тебе достигнуть цели. Прочее, как говорили в древности, это история. Ты делал ужасные вещи, но все же попытался исправить ошибки. Конечно, сделанного не вернешь, но ты хоть пытался. Чтобы ты понимала, я бы сделал все это опять. Ну, где-то бы подстелил соломки, но сделал бы. Правда? Ничему тебя жизнь не учит. Я сделал, что смог. Ну а дальше задача уже твоя. Возьми мое копье. Прикрепи к нему блокиратор. Это будет устройство ввода. И останется только воткнуть это копье Аиду в башку? Именно. А, хорошо. Сайленс. Куда ты пойдешь? Туда, где не бывал. Столько всего надо узнать, пока не наступил конец света. А это все? А это я оставляю тебе. Как оказалось, все это твое. Но меня сюда не звали. Я проделал долгий путь. Сайленса. Так, дальше куда? Я проделал долгий путь. Я услышал твое послание. Это ведь был ты?
Сущность неизвестна. Мне сообщить Аваду, что затмение готово к атаке. После этой истории с Дарвалом, я не сомневаюсь, что он защитит город. Если бы не хотел что-то получить. Ты позвал, я откликнулся. Скажешь мне свое имя? Аид. Тебя создали предтечи. Ты боевая машина. Вопрос временной период. Время? Сейчас правит 13-й король дома солнца Карха. Блять, Акары. Долбай. Блин, идет. Они идут. Приготовления завершены. О, светлый Бахавас, узри, как и было обещано. Нужно сообщить Аваду, что затмение готовит атаку. Сатиганская машина. После этой истории с Дарвалом, я не сомневаюсь, что он защитит город. Нет, не приближайся, ты Карха в тени! Так, че, погнали. О, зараженная точка появилась. Так, где вообще зараженная точка? Сюда. А где торговец? Полезная травка. Первый удар.